Здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, наши козероги. Спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Благодарю. Сейчас будет общий таро-прогноз для наших козерогов и козерожечек. Что у нас тут? О, в коллективе работа. На вторую неделю января 2023 года. Так, что посоветуют карты для наших козерогов? Первая карта. Паж мечей. Это важные новости, ожидание каких-то новостей, поиск каких-то новостей, поиск информации, когда вам надо будет что-то изучать, что-то узнавать, может даже что-то новое узнать о своих коллегах. И вам нужно будет узнать информацию для того, чтобы отстаивать свою точку зрения. То есть, если вы захотите что-то сказать, я хочу, чтобы вот должно быть вот так, вы должны будете пустить в ход свое красноречие и аргументировать свои слова. Вот так вот. Дальше, козероги. Карта. Девятка мечей. Это страх, чаще всего надуманный, могут быть даже ночные кошмары. Это когда человек о чем-то переживает, кто-то что-то где-то сказал на работе, вот там будет сокращение, например. Ой, это меня сократят, или кто-то еще там что-то. А человек уже переживает. Не надо переживать то, чего нету. Это переживания как бы больше надуманные. Не надо так переживать. Больше надуманное. Это может быть кто-то вообще просто какую-то милость сказал, как-то вас обидел, а вы уже все переживаете, расстроились и все это близко к сердцу принимаете. Не надо. Так, ну вылетели две карты, не могу их брать. Еще идем дальше. Козероги. Сейчас тут, когда мешаю не глядя, бывает. Так, что у нас тут еще? Ух ты, десятка пентаклей, это финансовая стабильность, успех, крепкая семья, может быть ускоренный брак по этой карте, это встреча с роднёй за столом, какие-то вот семейные такие торжества. По работе здесь нужно обязательно обращать внимание на долгосрочные проекты. Также по этой карте бывает проигрывается наследство, получение. Дальше, козероги, для вас карта. Колесо фортуны, старший аркан. Что я могу сказать? Удача с вами, дерзайте. Судьба вам даст счастливый случай. Как вы ним воспользуетесь, это ваше уже дело. Но этот случай есть. Это новый виток в жизни, может быть. Это удача в делах. На этой неделе вас будет ожидать. Счастливый случай. Может быть, еще поездка, в прямом смысле, на колесах, поездка. Так что, дорогие мои козероги, неделя говорит о том, что дерзайте, и у вас получится. И на все ваши вопросы фортуна говорит, да, вперед. Еще одну карту достану. Ну, раз она уже вылетела, король жезлов. Это тоже успех в карьере. Предприимчивость и профессионализм. Или же рядом с вами может оказаться мужчина, который вот занимает какое-то положение, который знает, как вести дело, который, ну это чаще всего здесь знак огня, предприимчивый и профессионал своего дела. Может быть, вы к профессионалу обратитесь. Переговоры какие-то могут быть тоже. Все решается легко и хорошо. Для женщин, опять же, встреча с таким мужчиной, родившимся под знаком огня, это лев, овен или стрелец у нас. Так, идем дальше, берем другую колоду. Таро ангелов. Сейчас вытащим одну карту, совет для наших козерогов и козерожечек. Вот такая. Так, что карты посоветуют? Маг, старший аркан. Ну, замечательно. Маг – это все могу, все умею, все смогу, все знаю.
это старший аркан, это контроль. Это или вы будете все контролировать, или рядом с вами человек, который умеет все контролировать, знает, что делать. Это начало, может быть, чего-то нового. Это когда человек знает, что делать и как это сделать. У него есть идея и есть все возможности для воплощения ее в жизнь. Карта, конечно же, контроля. Вот карта говорит, вы готовы, у вас есть все, чтобы достичь поставленных целей. Жизнь волшебна. Вот такой здесь совет. То есть я же говорю, это я смогу, я знаю, я умею. Вижу цель, верю в себя. Так что, козероги, верьте в себя. Это был ваш прогноз на неделю вторую 2023 года. С вами была я, Юлия Дождь. И до встречи на моем канале.